В региональном центре по связям с общественностью состоялась встреча студентов с заместителем председателя регионального правительства Михаилом Каракозом. Диалог на равных — перезагрузка, так назвали новый формат уже известного омской молодежи проекта, в ходе которого отбираются наиболее талантливые студенты для прохождения стажировок в органах исполнительной власти. Проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках нацпроекта образования. Формат проекта предполагает регулярные встречи с студентами и ведущими спикерами различных отраслей. В этом году мы решили, что нам нужно двигаться дальше, и в марте мы запустили новый формат «Диалог на равных — перезагрузка», в рамках которого и проходит сегодняшнее мероприятие. Главная цель и идея формата заключается в том, чтобы предоставить студентам шанс на самореализацию внутри своего региона. Ну и, конечно же, установить прямую связь студент-потенциальный работодатель. На конкурс поступило 178 заявок. Участники прошли тестирование, а затем решили предложенные Михаилом Каракозом кейс-задания. Темы кейсов «Хочу учиться и работать в Омске», «Позитивная информационная повестка» и «Успешный молодой человек». Второе испытание с успехом выполнили 30 студентов. На встрече со спикером проекта они обсудили ключевые моменты своих работ. Очень современные, интересные подходы у ребят. Представители разных будущих профессий, и психологи, и экономисты, и политологи, абсолютно разные технические, гуманитарные специальности. И от этого абсолютно разное мышление и подходы к решению проблем по развитию родного региона, Омской области. И здесь всем ребятам отдельное спасибо. По итогу встречи из 30 участников определили 8 победителей. Именно они пройдут стажировку в органах исполнительной власти. Это действительно важно, потому что это в дальнейшем открывает для меня очень много дорог, очень много путей, дарит мне, подарит, я надеюсь, определенные новые навыки для меня. Я, в принципе, тот человек, который бы хотел реализовывать свои проекты, проекты, полезные для общественности. Я именно тот представитель молодежи, который не особо хочет уезжать из Омска и хочет помочь именно Омску и, соответственно, все эти проекты реализовать. Новый опыт, новые возможности, посмотреть, что как для меня. 4-й курс, диплом. Почему бы экономическое образование не совместить как-то с государством? Если это какая-то польза от меня будет, то только рад.